Как бы ты объяснила своей бабушке, что такое сфера? Приведенный в порядок хаос сети. Итак, Пол или Джон? Ранний Пол, поздний Джон. Марио или Соник? Ранний Соник, поздний Марио. Нужды личности или же нужды общества? Равнозначно. Твой главный страх? Не реализоваться. Я верю, что человек способен достичь совершенства. Когда мы достигаем своих вершин, мы можем все. В сфере мы в состоянии решить любую задачу. Мы излечим от любой болезни, мы победим голод. Не имея секретов, не скрывая никакой информации, мы сможем реализовать свой потенциал. Нравится ли вам делиться? Делиться значит любить! Мы увидим все. Все, что случается в мире. Реальная защита прав человека. Нам нужна подотчетность. Что это такое? Сфера способна изменить все. Наши проблемы – это наша ложь, наши тайны. Твои близкие – это наши близкие. Ибо знать – это хорошо, но гораздо лучше знать все. Сфера. В кино с 27 апреля.